36-й этап Red Bull Trans-Siberian Extreme стартовал на Цветном бульваре в Тюмени. Короткие маршруты закончились. За один день отборщики должны преодолеть 614 километров и финишировать на следующее утро в Омске. Участники Red Bull Trans-Siberian Extreme сжигают на трассе тысячи калорий. Чтобы восполнять энергию, им нужно получать огромное количество углеводов, а значит постоянно что-то есть. Автомобили сопровождения атлетов все время возят с собой продукты, ежедневно пополняя их запасы на так называемых фудпоинтах. We have 7 people in our team. We're driving with 3 cars and can fit everything for about a week already on our trip. Every athlete has his personal food which he likes. This changes within days and it can be anything they suddenly would like. From meat to veggies to, like I said, nuts, anything. We do have to occasionally get up very early in the morning because when everyone else is just waking up and going for breakfast, we're usually already on the road and buying our supplies. After that, we right away hit the road. We go to the first point of break. Over the last few years, we've allocated the best spots, which is very difficult because the bikers have to be able to stop quickly. It needs to fit all these 25 cars we have. Once we arrive, we have very strict responsibilities in my team. There are two, three guys usually. They set up the tents, the diesel generator. They make sure we have electricity. They basically set up the furniture, while another three or four people already start cooking and preparing all the food. We have maybe, it could be half an hour, it could be 1 hour, but it could be also less depending on how quickly the races are, that we have to basically prepare a whole buffet with hot food, cold food, salads, coffee, tea. We're trying to make this really like a hotel, a restaurant service in a way. Мы находимся на фудпойнте, где обедают атлеты Red Bull Trans-Siberian Extreme и команды сопровождения. Здесь есть все необходимое, чтобы за пару часов приготовить на всех обед практически ресторанного уровня. Когда мы заехали, был выбор, соответственно, и для нас, спортсменов, без каких-нибудь излишних тяжелых соусов. Подзарядились углеводами, мясом белым, протеинами, так сказать. Вот, выпили бодрящего кофе и помчали дальше. It's always a, you know, something that you look forward to, moving towards the food stops, that you can get some real food instead of the sugar products that you normally eat. Почти весь этап атлеты старались держаться в пачке. Борьба началась только за 14 километров до финиша. Первым снова стал Алексей Щебелин. За ним с разницей в доли секунды финишировали Петер Санхольд и Пьер Бишев. Четвертым неожиданно пришел Марсело Суарес. Пятое и шестое места заняли Майкл Кнутсон и Аске Сёбе, снова приехавшие на финиш вместе. Седьмым стал Егор Ковальчук, а восьмым – Адриано Салливан. Генеральная классификация после завершения шести этапов выглядит следующим образом. Первый – Алексей Щебелин. На 3 минуты от него отстает Пьер Бишев. На третьем месте находится Петер Санхольд, который проигрывает лидеру почти 9 минут. За Санхольдом идут Аске Сёбе и Марсело Суарес. Егор Ковальчук и Адриано Салливан покинули генеральную классификацию, так как имеют по одному сходу. Терсдей Жерве и Шангрила Рэндон дисквалифицированы после трех сходов.